я фізична особа-підприємець, працюю в місті Костянтинівка Донецької області. Ми займаємося продажею строїтельних матеріалів. Ми розвозимо свої матеріали покупателям своїм. У мене на підприємстві працює 8 чоловік. Помагаю людям строїти і облагостраювати своє жилище. Как-то я розмовляв зі своїми товаришами. Вот, вони говорять, що є така програма Finance East. Це програма Євросоюзу для підтримки малого підприємництва і бізнесу в Донецькій і Луганській області. І я задумався, а може бути, как би, і мені спробувати, а мало ли, може бути, вийде. Вот слышал, как би, много говорили, що, ну, то есть сложности там какие-то, этого, такого не може бути. Я, в общем, попробував. Було це в прошлом году, в январі місяці. Результат есть. У меня есть теперь техника, которой я усовершенствую свою работу. Я купил тягач MAN, вот XXL кабина, этот автомобиль. И я еще купил вилочный погрузчик для того, чтобы можно было осуществлять погрузку. Общая стоимость техники составила около 3 миллионов гривен. Первый взнос был 20% мой и 10,5% фонда развития предпринимательства. Я оформил кредит в Укргазбанке под 17,5% годовых. На 5 лет я как бы оформил его, но еще будет компенсация до 50% от общей стоимости автомобиля без НДС. Программа эта однозначно она выгодная, потому что идет помощь реальная. Получилось ли бы у меня взять этот кредит без этой помощи? Ну, наверное, как бы, ну, сложно. Смысл в чем? Покупки новой техники. Вот. То есть она не должна ломаться. То есть я не должен вкладывать ни деньги. То есть я буду платить там кредит, техника на гарантии, соответственно, я могу продуктивно работать. У нас свой мир, понимаете? Здесь немножко все замерло, скажем так. То есть дальше, то есть зона разграничения, а мы здесь тупик. Просто тупик. Вот только-только вот последние там пару лет люди начинают как-то двигаться. Такая программа поддержки Евросоюза однозначно она как бы помогает людям как-то выкарабкаться и двигаться к своей мечте. Несмотря тяжелое время, ну, то есть как бы все равно вперед, 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 и шагу назад.